Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень простое, очень быстрое блюдо. Пришел с работы, быстренько все сделал, поставил духовку и можно заниматься своими делами. Поэтому, если вам будет интересно, посмотрите. Не забудьте поставить потом лайк, если вам понравится. Ну и написать комментарий со своими мыслями. Нам сегодня потребуются куриные голени. Любые овощи, какие у вас есть дома. У меня картофель, немного батата, морковь, лук и один перчик. Все, теперь нам нужно все покрошить. Крошим, режем овощи небольшими кусочками. Ну, соответственно, голени промыть, почистить, все подготовить. Некрупно вот так нарезали овощи. Теперь туда же перекладываем сразу курицу. Курица может быть любая, может быть и просто кусочки другие. Просто у меня сегодня оказались ножки. И теперь я все это засыплю специями. У меня сегодня соль, черный перец, немножко острого перца чили, сухой чеснок. Добавлю немного базилика и красную паприку. Все всыпаем. Теперь добавляем туда сметану. Также добавим туда немного растительного масла. У меня сегодня оливковое. И теперь хорошенечко все перемешаем. Я буду мешать прямо рукой. Все хорошенечко перемешали. Теперь перекладываем в рукав для запекания. У меня рукава не очень большие, поэтому я переложу это все в два кулечка. У меня семья большая. Я даже не буду оставлять вам полностью количество ингредиентов. Я просто напишу состав, из чего состоит это блюдо. Потому что у каждого семья своя, и вы можете потом просто уже делать на то количество, какое у вас есть. Все, перекладываем в пакет для запекания. Вот так я переложила курицу с овощами в пакеты. Плотно завязала. Теперь сделаем небольшие проколы. Буквально несколько штук, чтобы у нас воздух не надувал пакет. И ставим в разогретую духовку. Духовку я разогреваю до 190 градусов. У меня прошел час, как моя курица с овощами пробыла в духовке. Теперь я ее раскрою и выберу пакет и переложу просто уже в форму. Кому нравится незапеченная, уже можно подавать к столу и кушать. Но я ее поставлю еще в духовку уже без пакета, для того, чтобы она хорошенечко зарумянилась. Я ее выберу полностью из пакетов, курочку положу сверху и отправлю в духовку. Ну вот, я еще подержала 10 минут в духовке, слегка подрумянилась курочка, и наше блюдо готово. Получается очень сочная, очень мягкая курочка с очень вкусными ароматными овощами. Ну все, приятного аппетита и до свидания!